Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами впечатлениями о пошиве полярного мишки в стиле Тильда. В нем нет ничего сложного, как всегда, пересняла выкройку, прострочила в этот раз все детали на швейной машинке, вывернула и набила холофайбером. Во время пошива обязательно следите за направлением ворса на плюше, чтобы мишку можно было погладить, а не взлохматить. Самое сложное – это пришить лапы в нужные места. Я раз 5 перешивала их, на 6 меня уже не хватило, так что оставила как есть. Еле-еле нарумянила мишке щеки, глаза сделала более выразительными, чем в книге, нос, по-моему, получился тоже более-менее. На шею пришила бархатную тесьму и сделала лаконичный бант. Кстати, как вы видите, ноги я пришила несколькими стежками, но крепко. Я надеюсь, вам понравился мой мишка. Если вы шили что-то подобное, поделитесь впечатлениями в комментариях. И буду рада, если вы подпишетесь на канал, чтобы мы с вами не теряли связь. До скорого!